Здравствуйте, я Марина. А я Карина, и мы находимся в бильярдном клубе «Аргус», где проходит турнир по бильярду среди аматоров. И сейчас мы возьмем интервью у участников. Уважаемые призеры соревнований, постройтесь, пожалуйста, напротив нас. Встаньте, пожалуйста, напротив нас. Расскажите о мероприятиях, которые вы организовали. Значит, в данный момент времени проходит чемпионат Харьковской области по спортивному бильярду среди аматоров данного вида спорта. Аматор – это считается уровень начинающего спортсмена. Вот. Идея заключается в том, чтобы развивать спорт со всех сторон. Мы всех игроков нашей области поградировали по уровням. Есть такая система. Система называется ЛО. Используется она в шахматах. И мы эту же систему использовали и в спортивном бильярде. Идет и уровень аматоров, затем уровень любителей, потом эксперты, профи и маэстро. Вот, и в данный момент времени проходит финал среди аматоров. В общей сложности мы собрали 40 человек. Восьмерка лучших по рейтингу этого чемпионата будет участвовать в финале чемпионата Харьковской области. И не просто участвовать в нем, они попадают без квалификации, попадают сразу в финальный день. Вот. Таким образом мы поступили и с любительской лигой, но там на финальный день попадают 16 человек. Вот. И, соответственно, когда будет проходить финальный день чемпионата Харьковской области, 16 лучших после квалификации среди профессионалов, плюс 16 любителей и плюс 8 аматоров спортивного бильярда. Итого мы проведем финал чемпионата Харьковской области среди 40 участников. Вот, но параллельно этому мероприятию проходит еще два мероприятия, очень важных для нашего города. Это чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов спортивного бильярда. Кстати, такое мероприятие не проводилось с 98 года. Мы сейчас это все восстанавливаем. И еще наши ребята, спортсмены, команда из 11 человек поехала на чемпионат Полтавской области. Вот, и на данный момент там сейчас проходят полуфиналы. В полуфиналах, в одном полуфинале играет харьковчан Галушко Олег, и во втором полуфинале играет тоже харьковчанин Поляков Артур. Вот, мы надеемся, что они оба зайдут в финал и выиграют чемпионат еще Полтавской области. Вот. Ну вот и все. Спасибо вам большое. Ладно, интервью не стало. Это он, да? Да. Дисквалификация. Тихо, включи видео. А голос добавим. Завершился у нас очередной, уже третий этап аматорской лиги. Как мы говорили на открытии с Костей, 8 человек по итогам трех этапов вышли в финал чемпионата Харьковской области. Это все призеры этого турнира, все четверо, плюс Петр Козел, плюс Алексей Харченко, плюс Валерий Коноваленко и плюс Иван Чухлебов. 8 человек в конце декабря сыграют с сильнейшими игроками области в финальном этапе. На этом этапе у нас третье место разделили Алена Роева. Сенсация, наверное, нашего турнира. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Алена Роева. Какие планы на будущее? В смысле, в бильярде? Да. Большие планы. Ну, хотя бы область брать первое, как минимум. Область Украина. Вы будете принимать участие в Кубке Украины? Да, в Морисе, да? Конечно, буду. Что бы вы пожелали участникам? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Без этого не будет игры просто. Буквально сейчас девочка в руки Ки, и уже на третьем месте. О, и сумма. Не успел. Что бы вы пожелали участникам? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Без этого не будет игры просто. Какие самая сложная была партия в данном турнире?
За выход в полуфинал с Вовой. Не знаю, с Яковенко. Тяжелый соперник, неудобный. Какая? Вы не играете в бильярд, вы не поймете. Просто есть такое понятие, как неудобный соперник. Не то, что он сильно играет, просто неудобно с ним играть. Понятно, спасибо большое. До свидания, спасибо. Брызги, брызги. И третье место занял Виталий Чумаченко. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Чумаченко Виталий. Сложные ли у вас были соперники? Ну, это аматорский турнир. Я думаю, здесь можно бороться с каждым. Все соперники примерно на одном уровне. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Да, собираюсь. Хочу, чтобы повысить свой опыт в бильярде. Добились ли вы желаемого результата в данном турнире? Думаю, что да, потому что я первый раз прошел в призовые места, но хотел лучше, хотел уже первое, но так сложилось. Ну и пару слов пожеланий игрокам. Всем игрокам желаю тренироваться, чтобы было хорошее желание добиться успехов, ну и играть в турнирах почаще, набираться опытов, и все будет отлично. Спасибо, до свидания. Второе место занял Никита Сланевский. В общем рейтинге аматоров тоже. И победителем третьего этапа стал Алексей Выходцев. Здравствуйте, представьтесь. Алексей. Скажите, сложно ли был турнир для вас? Ну, шел тяжело. Тяжко было. До финала шел тяжело. В финале получилось, что так, ну, легче было играть и выиграл. Молодцы. А в чем сложность была? Соперники сильные попались в полуфинале и за выход в финал. И, ну, сильные соперники были. Как давно вы занимаетесь бильярдом? С 15 лет. Ну, уже лет 20. Какие ваши дальнейшие планы на будущее? Дальше продолжать играть в бильярд, развиваться, стараться. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Ну, постараюсь. Если будет время, не все от меня зависит. Поделитесь вашими впечатлениями о происходящем турнире. Ну, турнир прошел очень отлично. Все дружные, сильные есть игроки, есть слабые. Ну, в целом, отличный турнир. Дай Бог, чтобы дальше продолжались эти турниры, такие развивались, это все-таки много молодежи. Ну, всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Всех вместе поставить. Давайте сфотографируемся вместе. И просьба призеров, можете сфотографироваться потом возле стенда бильярдера и школы чемпиона? Подойдите, пожалуйста, всех сфотографируем. Всех вместе. С какими трудностями вы столкнулись, организовывая это мероприятие? Трудностей немного на самом деле, потому что у меня есть сильная команда, команда специалистов. Вот, в команду входят такие, скажем так, специальности, как секретарь федерации спортивной, судьи, судейская коллегия, судейский состав. Вот, очень много партнеров, очень много, скажем так, людей, которые помогают развитию этого спорта, это в основном управляющие и хозяева бильярдных клубов, в которых мы проводим турниры. Вот, поэтому как бы с этими трудностями нам справляться довольно-таки легко.
Вот. Единственная сложность – это большое количество мероприятий, очень такая высокая скорость. Практически каждую неделю мы проводим чемпионаты. Чемпионаты среди разных уровней. Чемпионаты – это могут быть дети, это могут быть юниоры, юноши, это могут быть девушки, женщины, сеньоры, ветераны. Это может быть дисциплина другая, то есть дисциплина, по которой проводится аматор, это пирамида называется, но есть дисциплины еще пул, снукер, карамболь. В Харьковской области мы сейчас проводим две дисциплины, это пул и русский. Вот, турниры среди аматоров, любителей, профессионалов, вот, корпоративные турниры. В этом году мы провели турнир среди выпускников Народной Украинской Академии, турнир среди выпускников Юр-Академии. Турнир среди работников жилищно-коммунальных услуг. И в плане на 2017 год большое количество таких корпоративных турниров, турниры среди военных. Вот. И самое большое мероприятие на 2017 год, я хотел бы подчеркнуть, это открытие школьной лиги по спортивному бильярду. То есть каждая общеобразовательная школа будет выставлять своих лучших 6 игроков и за звание лучшей школы. Кстати, в тех школах, которые войдут в призы, будут установлены бильярдные столы для детей, которые отстранены от уроков физкультуры. Второе важное мероприятие – это кубок мэра города среди государственных, частных, общественных, спортивных организаций. Вот. Ну и узконаправленно непосредственно – это чемпионаты Кубок Украины. Это на год около 36 турниров. Поэтому сложность – это, скажем так, не успевает организм получить удовольствие или, например, там, может быть, какой-то негатив, уже начинается следующее мероприятие. Вот, то есть большой темп, большая скорость. Поэтому это единственная сложность. Но, повторюсь, опять же, с такой сильной командой будет справиться довольно-таки легко. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания. Школа чемпионов. Billiarder.com.ua